Нет, она имеет в виду количество тысяч людей, которые проходят через Грецию. Это тоже через Грецию, только через Грецию. Да, через Грецию. Вот, то есть это цифры колоссальные, и были цифры, что из Сирии количество беженцев тоже дойдет до миллиона, и Ливия тоже способна дойти до миллиона. Пока, к счастью, этого нет. Пока, так сказать, 340 тысяч – это все, кто доплыл. Из погибших 2500 – это то, что называют сегодня европейские обозреватели. Ужас. 2500 человек погибли, найденные на границе с Австрией в каком-то грузовике, где перевозили, да, перевозили продукты, найдены трупы этих несчастных людей. Понятно, что все это ужас, но перед Европой впервые возникла такая проблема, следовать ли только линии правозащитных организаций или подумать еще о каких-то моментах, которые бы предотвратили эту волну бегства. И любопытно, что латвийское председательство, то есть тоже Восточная Европа, председательство длилось до июля месяца, и вопрос был поставлен так. Мы хотим поменять приоритеты. Раньше приоритет был один, это во что бы то ни стало спасти людей на водах. А сейчас латыши попытались ввести еще один приоритет. А что делать дальше и каким образом можно это предотвращать? Потому что, конечно, хорошо всех спасти, это правильно, потому что есть гуманитарные принципы, и ничего не поделаешь, человек в воде, человек тонет, да, надо бросить ему спасательный круг, безусловно. Но вопрос ставится по-другому, каким образом это теперь можно предотвратить? И здесь тоже были разные попытки. Федерика Могерини, глава внешнеполитического ведомства, она попыталась, так сказать, начать борьбу с контрабандой. Тут же возникли голоса, что борьба с контрабандой неминуемо приведет к повышению сохранности вот этих самых путешествий. И таким образом количество доплывших будет не меньше, а больше. То есть тут сплошная диалектика, с которой абсолютно непонятно, как можно диалектика бороться. Диалектика мавизма, что хуже, что хуже. То есть каким образом это все можно... Мне интересно твое мнение. А скажи, а не началось ли все это вот такое вот, ну, в плохом смысле слова прекраснодушие, с той дорожки, которую протоптали в Европу, ну, скажем, наши двоюродные братья из арабских стран? Не с них ли появилось ощущение, что о Европе все можно, ей все хорошо, она очень любит этих, таких людей, готова о них заботиться? Во-первых, существует очень много идеологических установок для этого. И эти установки связаны, на самом деле, с одной из теорий, с которой мы были знакомы в нашей прошлой жизни, с теорией марксизма, основные положения, которые означают, что надо изменить материальные условия, и все станет хорошо. И бытие определяет сознание. И если люди получат доступ к хорошему бытию, то их сознание соответствующим образом станет таким, каким мы хотели бы его видеть в Европе. И долгое время существовала теория, что, может быть, первому поколению будет трудно, а второе поколение уже будет абсолютно европейским. Оказалось ровно наоборот, и здесь любопытно, что у Израиля были наблюдения, и сейчас к этому начинает проявляться интерес в отношении израильских арабов, потому что при том, что первое поколение изгнанных в 1948 году, как ни странно, то есть пережив такой страшный удар, до сих пор, когда видишь эти кадры кинохроники, действительно жутко, чистая правда, когда люди бегут из своих домов со своим скарбом, с телегами и так далее и тому подобное, это тяжелые моменты, которые пережило наше государство, но при всем при этом вот эти самые изгнанные люди, они, как ни странно, к Израилю относились мягче, чем их дети.
И каждое новое поколение становится все более жестким. Это то, что проверено на израильском опыте. И те, потому кто что они остались, чувствовали ответственность. Они чувствовали боль своих родителей. Они как бы вобрали в себя боль от пережитого. И то же самое с израильскими арабами, которые остались, то есть еще там каких-то 30 лет назад, были израильские арабы, их так и называли, израильские арабы. Потом они стали звать себя палестинцами, и это теперь уже официальное название. Я чувствую, так раз уж мы, да, у меня осталось два вопроса, куда я хочу ждать. Да. Раз уж мы вернулись к столь любимой нами теме, даже три я бы хотел успеть, не важно, к столь любимой нами теме, которая нас, которую мы все так любим, я хотел спросить ее с другой, увидеть ее с другой стороны. А вот все эти волны, так сказать, инфильтрации, я буду продолжать настаивать на этом термине, потому что все остальные как бы непонятны, и юридические, и корректность, и все такое прочее. Вот эти люди, вот еврейская тема во всей этой истории, она вообще звучит? Вообще, хорошо ли это для евреев? Ну, для евреев всегда очень трудно найти что-то, что было это хорошо. Это понятно. Для евреев априорно все плохо. Все плохо. Какие бы потрясения, изменения ни происходили, как правило, это плохо для евреев. А в нынешней ситуации с нелегальной иммиграцией евреи, разумеется, поддерживают основное население, коренное европейское население, и они из самых активных борцов за права коренного населения и за то, что над прибывающими должен быть какой-то контроль. В отношении, вообще, я хотела еще одну очень важную вещь сказать, тут есть экономические... Они становятся мишенью, прошу прощения, для... Мишень – это, конечно, слишком, это слишком привязанное слово. То есть в некоторых случаях, да, мы наблюдаем в терактах, совершается теракт в центре Брюсселя, в Еврейском музее Брюсселя, но это особая, например, ситуация, потому что в Еврейском музее Брюсселя не было абсолютно ничего еврейского, еврейская община Брюсселя его не признавала, потому что это был музей многокультурности, там были выставки разных времен и народов, и основными посетителями были дети из католических школ. То есть только сейчас на волне всей этой истории я была в этом музее, и директор сказал, что больше всего мы потрясены, что это случилось у нас, потому что реально мы хотели расширить рамки действий своего музея, и у нас реально, у нас не еврейское направление, у нас скорее католическое направление, только сейчас они об этом вспомнили. Да. Очень хочу задать вопрос, который меня действительно волнует и интересует. Как ты считаешь, не придет ли Европа, а вслед за ней, или, может быть, ее надо к этому подтолкнуть, а вслед за ней вообще вот это вот то человечество, которое, часть человечества, которое называют золотым миллиардом, мне непонятно здесь пока еще роль Китая, Японии, непонятно. Ну вот скажем, вот этот вот иудео-христианская вот эта цивилизация, не знаю, как ее очернить, но понятно, о чем идет речь. К тому, что вот этот процесс колонизации Африки, в хорошем смысле слова, был прерван усилиями, никто не будет помянутого, Советского Союза. В результате получилось то, что получилось, может быть, вернуться на каких-то, в новых каких-то условиях, вернуться, помочь этим людям, Африка очень богатый континент, очень богатый, недрами и всем, вернуть, помочь этим людям доколонизоваться, довырасти, до какого-то состояния, приемлемого состояния, которое они смогут сами себя кормить, эти богатейшими детками. Смотри, Китай, как он идет в Африку. Это вопрос, на который на данный момент нет ответа, потому что те демократические революции, которые совершались при американской поддержке, очень серьезных деньгах, размерах которых мы можем только догадываться, все это было направлено именно на то, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, для того, чтобы сделать жизнь людей на месте значительно лучше, и чтобы они не хотели в другие страны. То есть все получилось, да, с точностью да наоборот. То есть для чего было уничтожать ливийского диктатора, при том, что Ливия жила не так плохо в последние времена. Конечно, но это было общее решение. Это даже не Европа, это из европейских стран Франция, безусловно. Потому что у Саркози были, у него были старые счеты с Ливией, и он очень активно действовал на этом. В прямом смысле слова. Но при этом еще и ООН это поддержал. То есть это резолюция организации.
Организации Объединенных Наций, плюс очень активное американское участие. Поэтому здесь мы опять имеем дело с превращением в противоположное. То, что было хорошо и планировалось как хорошее, оно почему-то оборачивается плохой стороной. И последний, у нас очень совсем секунды остается, буквально в двух словах, тем более, что мы все равно вернемся когда-нибудь к этому вопросу. Не подтолкнет ли это Европу в радикально правую сторону, к чему Европа, к сожалению, как мы знаем, теоретически это возможно, это уже было, так сказать, такие вот флюиды, не вызовут ли они ужасы и тени прошлого? Ну, тени прошлого появляются, выходят из шкафов в новом обличии. Никогда тени не возвращаются такими, какими они были. Да, ну неважно, да. Они перекрашиваются, переодеваются, они совершенно другие. Мы в этом плане можем последить за тем, что происходит во Франции с национальным фронтом. Да, безусловно. И вот, да. Я хотела только одну вещь экономическую. Если мы говорим о нелегальной эмиграции, а именно о попытках доплыть до Европы, это очень важный бизнес. Это сегодня самый эффективный бизнес. И об этом тоже надо знать, потому что такое путешествие из Ливии к итальянским берегам стоит 1500–2000 евро за одно посадочное место в это утлое суденышко, а если суденышко чуть-чуть побольше, то один рейс – это 1 000 000 евро. Поэтому желающие получить эти миллионы, безусловно, есть. Вот на этой весьма непростой ноте мы завершим сегодняшний разговор. Друзья, нам еще много о чем предстоит поговорить, но одно я хочу обратить на одно ваше внимание сегодня. То, что происходит в Европе, у меня ощущение очень серьезной опасности вообще изменения отношения европейцев, вообще качественное изменение той жизни, которую мы привыкли там видеть. И это вообще пока еще трудно подается анализ. Здесь есть чем подумать. Спасибо, друзья, спасибо Вика, спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН ТВ.